Ольга Бузова летом 2017 года завоевала статус королевы корпоратива, подвинув на этом троне Ксению Собчак. Звезда «Дома-2» в настоящее время зарабатывает на своих концертах порядка 20 миллионов рублей ежемесячно. Также у нее есть солидный доход в Инстаграм. Данные о гонорарах российских звезд на эстраде раскрыл директор концертного отдела «Кремль-концерт» Сергей Лавров, передает «Комсомольская правда». Вторым самым востребованным артистом России в 2017 году стал Филипп Киркоров. По словам Лаврова, артист в два раза поднял цену за свое корпоративное выступление, но у него по-прежнему много заказчиков, желающих посмотреть крутое шоу. В тройку лидеров также попал Сергей Шнуров. Популярен сегодня и актер Игорь Верник. Лавров отмечает, что у него не очень высокий ценник – от 15 тысяч евро. Достаточно работы и у Леры Кудрявцевой. Она, как и Верник, не гонится за миллионами и соглашается выступать на корпоративе за 10 тысяч евро. Самые высокие планки по гонорарам по-прежнему держат Алла Пугачева и София Ротару. Выступление этих звезд на корпоративе обойдется в 250 тысяч евро. Лавров отметил, что «Примадонна» в настоящее время редко выступает, а вот София Михайловна дает 2-3 концерта в месяц.